Победителей турнира по тогыз кумалак определили в Алматы. Городские соревнования организовали члены партии «Аманат». За звание лучшего боролись 40 школьников в возрасте до 15 лет. Ранее они прошли отбор на районных соревнованиях. Соперники были очень сильными, делится 12-летний Али Успан. Ему, к слову, удалось обойти всех и занять первое место. Я рад, что мне удалось обойти своих соперников. Это победа, заслуга моего наставника, учителя. Хочу выразить ему благодарность. Без него я бы не справился. Золотым призерам аманатовцы вручили призы. Их получили и занявшие вторые и третьи места. Такие состязания партийцы намерены проводить регулярно. Мероприятие организовано в рамках привития детям наших национальной культуры. Я думаю, данный проект должен найти свое продолжение, и мы в этом направлении будем работать дальше.